Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал Favorite Pets, и в этом видео я буду оценивать товары для Ники с Валберис. Первый товар я уже открыла, это вот такое вот сушеное говяжье легкое, бренд Super Pet. В принципе, ничего плохого про него сказать не могу, хорошее, легкое, но в нем есть один минус. У него некоторые кусочки прям очень засушенные, поэтому я снимаю 1 балл. А так легкое очень хорошее, мы его берем довольно часто, 9 из 10. Следующее, к сожалению, сейчас нет на складе, но это вот такая вот кофта для Ники. Вы ее, скорее всего, видели во многих видео, очень хорошая кофта, стоит своих денег, она стоила 600 рублей. Но она очень качественная и теплая, так что если появится она в наличии, то могу дать артикул. Кстати, если вам хоть какой-то товар понравится, пишите в комментарии, я вам дам артикли. Следующая вот такая вот шлейка. Как я говорила в видео про амуницию, шлейки сейчас мы не носим, так как я отучаю Нику тянуть. Но за свои деньги шлейка прям очень хорошая. Стоит всего какие-то копейки и как бы по качеству очень хорошо. У нас таких... две. Такая вот шлейка. Дальше. Вот такая вот бутылка дорожная. Если честно, вот она притекает. И это правда, да. Поэтому я снимаю половину баллов. Так что это 5 из 10. В принципе, она удобная. Но протекает — это огромный минус и дизлайк. Вот такие вот жильные кости. Я, если честно, тогда не знала, то, что они не очень хороши для собак, поэтому больше такие кости Ники не куплю, и, в принципе, Ники они не нравились, поэтому это 3 балла из 10, вообще не очень. Следующее — такой вот вольер для собак. Мы его покупали, когда у Ники родились щенки, в принципе, хороший вольер, он у нас есть до сих пор. Правда, мы им не пользуемся, но по качеству все хорошо. 10 из 10. Дальше. Вот такие вот вкусняшки вот Титбит. Да, Титбит, они очень плохие, у них очень плохой состав, и Ника их даже есть не стала. Они очень твердые, и Нике ни в коем разе не понравились, и вообще, в принципе, большинство вот этой фирмы Нике не нравится, и у большинства... лакомств от этой фирмы состав не очень. Есть некоторые, но малые случаи, где хороший состав. Поэтому это 2 из 10. Это очень, ну, такие себе лакомства, не рекомендую. Дальше, вот такой вот ошейник от Miamor Pets. Очень хороший ошейник, мне в нем все нравится. Правда, на кольце у него, когда Ника побегала на солнце, немного стерлась краска. Поэтому, ну, это его единственный минус. И так, ошейник очень хороший, это 9 из 10. Следующее, вот такой вот Халти. Оценить я его нормально не могу, так как я говорила уже в видео про амуницию, оно нам мало. Мы его не используем. Следующее, вот такие вот печеньки для собак в шоколаде. Ника очень любит эти вкусняшки, она прям сходит с ума с них. Состав, ну, такой 50 на 50. Ну, как бы побаловать иногда собаку можно, ведь Ника их, ну, обожает, просто она обожает шоколадки. И цена у них, конечно, ну, немного несовместима с тем, что там есть, потому что это, ну, дороговато довольно. Очень мало грамм за такую цену. Ну, ставлю, пускай будет 7 из 10. Следующее, вот такой вот ошейник из биотана от бренда амуниции Вуфи. В принципе, он мне понравился. Очень хороший, качественный. К нему вообще 0 претензий. Все очень хорошо. 10 из 10. Далее идет у нас вот такой вот поводок. Поводок, в принципе, хороший, за свою цену вообще очень крутой. 2 метра, часто его используем, в руках не скользит, руки не режет. Все отлично, тоже десяточка. Далее идет вот такой вот мячик. Мячик я брала для Ники, чтобы приучать ее играть в мячик. В принципе, сейчас мы его тоже используем. Он
удобный, маленький, компактный, мне он, в принципе, нравится, но минус его в том, то, что материал очень такой хлипенький, и если бы Ника играла очень активно, как играют некоторые щенки, то он бы у них разгрызся через часа два после активной игры. А так мы с Никой играем, ну, не прям активно, потому что я только развиваю игровую мотивацию, и он у нас пока живой. Ну, пускай будет 6 из 10. Ну, далее вот такой вот корм для стерилизованных собак. Заказывали его на Wildberries, потому что у нас в зоомагазинах мы его не нашли. Ну, хороший корм, Ника на нем похудела, для чего мы его и заказывали. Ну, 10. Все хорошо, состав тоже хороший. Далее идет вот такая вот игрушка-лисичка. В принципе, хорошая игрушка, мне все нравится. Довольно активно с ней играли, я тоже покупала, чтобы развить игровую мотивацию. Активно довольно с ней играли, она пока что живая. Все, пока мне нравится. Пищалки хорошие. Ника ее не разгрызла еще, по крайней мере. Ну, пускай будет 9 из 10. Далее идут вот такие вот лакомства. К сожалению, их сейчас нету, но они прям очень хорошие. Состав за свою цену у них прям, ну, вот вообще шикарный, я бы сказала. Там просто все самое натуральное и... Очень жаль то, что они закончились, их прям быстро раскупили. Я бы еще заказала, если бы они появились. Очень жду наличия. Вот две пачки, вроде бы, насколько я помню, стоили всего-то 220 рублей. А там состав вообще отличный. Ну и то, что я пока что оценить не смогу, так как это едет. Я заказала эту уточку в подарок Нике на день рождения, и она должна вот завтра приехать. Кстати, да, кто не знает, у Ники 28 февраля день рождения. Вот так вот. Кстати, если кто-то хочет заказать Нике подарочек, можете написать мне в Телеграм. Телеграм, ТГ-канал в описании. Ну а на этом все. Вот такое вот было видео. Надеюсь, вам было интересно. Повторюсь, если вам понравился какой-либо товар, пишите в комментарии, я вам дам артикли. И да, извиняюсь за мой голос, я чуть-чуть приболела. Так что если он был какой-то хриплый или сиплый, ну простите, я немного приболела. Всем удачи, всем пока-пока.